самоланецкий баян, потому что вот уже 110 лет со дня рождения в этом году мы отмечаем прославленного сибирского баяниста Ивана Ивановича Маланина. И люди действительно его помнят, приехали вновь в Новосибирск. Как там дело было, Николай Николаевич? Ну, первый Маланинский фестиваль, я помню, это прошло уже 20 лет. Это было в 1987 году. Точно, точно. Вот. Проводили его тогда два брата. Это Геннадий Дмитриевич Заволокин, ныне покойный, царство ему небесное, и Александр Дмитриевич Заволокин, на который фестиваль тогда гармонист приехали 650 гармонистов. То есть основатели фестиваля братья Заволокины. В основном Геннадий Дмитриевич, вот. Александр Дмитриевич на подмоге, так сказать, всегда рядышком. И в цирке все это проходило. Одна сторона сидела гармонистка. Весь первый ряд, шестой гармонист. А вторая сидела мажорная. Да, да. Там была наша. И ударный бум-бум. И играли все. Вот это был рекорд так рекорд. И нынче приехало гостей со всех властей. Давайте с какого начнем? 20 лет прошло. Вот вы откуда? Я с Нижегородского. Где-то мы с вами встречались, говорят. Да, и не раз. А вот там вот прячется вот этот вот. Этих-то мы знаем, знаем. Мы встречались часто. Да, вы говорите. Да. Белгород. Белгород. А вы тоже поедете? Тоже Белгород. А вы? Таймер Дудинка. Хорошо, хорошо. Вы? Привет с Волги, из Волгограда. А, хорошо. Это у нас Барнаул. Там Барнаул. Из край Карпова. Ой, а вы? Город Жижевск, Нижегородская область. А, начали с Нижегородчины. И здесь тоже Нижегородская. Куда без них-то? Пожалуй-ка, чтобы гармонь зазвучала. И попросим, вот здесь посередке уже готов, готов, видно, пальчики уже так уже приспались, кнопочка. Итак, Владимир Масленников, Волгоград, играет что? Веселый кадриль. Все сегодня посвящаем памяти Ивана Ивановича Маланина. Давайте. Одна есть песня, вот Новосибирск, он же на Оби стоит. На Оби. Ну, давай что-то получится. Город над Обью, в сером тумане, город за берег. Здесь наше детство, здесь наша юность.